Машина 78-го года, по-моему. Ну, старше меня в два раза, это точно, а может и больше. Ну, зато рабочая. Ну, я мне сказал, по сравнению с современными техниками не так эффективно, но свою пользу приносила. Когда у нас еще не было ни Химмерса в первые дни, в начале первого месяца войны, то без нее, думаю, было бы тяжеловато. Денису Мосічу 24 роки. До початку Великої війни він за контрактом 3 роки служив в зоні АТО ООС. У перший же день повномасштабного наступу Росії разом із батьком пішов до військомату. Тепер служить в одній бригаді. Денис командує «Градом». Випустив з усіх машин, на яких працював, близько 800 снарядів. 40 з них були випущені з-під відомої Катерининської церкви у Чернігові. Свого часу це відео стало вірусним в інтернеті. Ангар з піхотою і КСП «Буратіно». Було дві цілі. Нам треба було рівно в 4 часа ночі відпрацювати по кожній цілі по 20 снарядів. Ми взагалі не планували стріляти по церкві. Ми планували стріляти з київської траси, але із-за прицілу нам не дозволяли там високі дерев'я по дорозі, якраз по трасі. І нам не дозволяли приціл підняти вище дерев'я. Взагалі, спочатку ніхто не планував нічого знімати. Потому что у нас не было основной точки наводки, и я своему наводчику говорю, видишь столб там метров за 50? Говорю, бери телефон, включай фонарик и держи все время на одном месте. Если, говорю, поменяешь место, все, считай, ничего не получится. Наша бусоль должна была уехать. Мы должны были навестись, отработать, второй раз навестись, а она должна была уехать сразу. Потом поступила команда, что бусоль никуда не уезжает. Я говорю, включай камеру. Ну, в принципе, контрольный наш пункт управления. Это значит, арт-часть подключена, ну, к аккумулятору. Включаем, выставляем, сколько нам там, 40 снарядов надо залп сделать. Выставляем там, если вручной хотим, ставим стрелочку на ручной. Если хотим в автомате, то ставим автомат. Автомат и ручной написано. Если автомат, то просто вот так вот зажимаем. И держим. Если написано, ну, если точнее нам надо в ручном, то приходится уже вот так вот щелкать. Но если надо залп, то это будет очень долго и очень рука будет потом болеть. Угу. Уходит за 21 секунду 40 снарядов. Максимальная дальность 20 километров, 125 метров. Ну, это учитывая еще погодные условия, может там попутный ветер. Угу. Сможем стрельнуть дальше, если наоборот погода нам... И там у нас будет 19 километров до цели, и у нас будет погода против нас, ветер на нас, то мы можем даже не достать. То есть надо учитывать и погоду, и все. Здається, про свою машину та її роботу Денис може розказувати годинами. Хлопець переконує, йому подобається працювати на граді. Хоча, якби навчили, може й пересів би на Хаймарс. Я люблю, коли воно палає. То є така цитата, коли бігають, суетяться. А ще розрахунку саме цієї машини доводилося допомагати і українським агітаторам. На окупованій території Запорізької області відпрацьовували агітаційними снарядами і розкидували російських солдат «Здавайся» в поселки. Ну, це не який снаряд розривається в селі, а просто він розкривається над селом і падають листовки, там, «Возвращайся домой, останешся без ног». Внутрі снаряда там спеціальні... ГТТ-90 взрыватель, его накручивали на определенную цифру на время. И он в небе раскрывался и падали, просто как с неба листовки падали. Там же на листовке есть номер телефона, в Вайбере, куда написать им. Может подумать, может захотят остаться в живых. Возможно, кто-то там по этой листовке и сходит, куда надо. Позвонит, ему скажут, куда выйти. Он выйдет, его заберут и обменяют уже на наших. Ну, конечно, приятнее работать у вас на осколочными снарядами, потому что действие больше, если попадет нормально, больше пользы принесет стране. И нашей армии для освобождения это больше пользы.